вечер, золотые наши, как этот сезон, болельщики, и добро пожаловать на YouTube-канал Минского Динамо. Сегодня мы вещаем с Астории, с нашего чемпионского вечера. Дубль, девочки и основа. Все три команды взяли золотые медали в этом сезоне, по этому случаю у нас особенный вечер. Но нам остается только пройтись по мероприятию, узнать, кто во что одет, кто кого привел, ну и у кого какие планы на этот вечер. Оставайтесь с нами. Роман, кто собирал тебя сегодня? Жена, я так понимаю. Нет, я сам. У меня сам оделся? Ноги, да, 100%. И мылся сам, все сам. Правду говорит или врет? Да. Да? У меня главный вопрос. Где ваша маленькая команда поддержки? Дома. Вчетвером все? Да. Кто за ними сегодня смотрит? Старшая дочь. Она уже настолько ответственная? Да. Есть ли шанс вечером приехать в дом, которого уже не будет? Небольшой. Откуда у вас костюм? Ой, костюм... Как откуда? Из дома. Кто покупал, вы или супруга? Вдвоем. Вдвоем. Был старый, но хороший. Не влез. Ну все впереди еще. И снова покупать, видите, ради чемпионства. Почему вы не в золотом сегодня? Золотой костюм, это, наверное, давайте выйдем в Лигу чемпионов, финал. Ну, видите, не финал, а... ваш подопечный-то сегодня с новой прической? Ну, я не могу, я тоже раньше был с такой, только подлиннее. Тоже у меня беленький волос был. Вам нравится, как он выглядит? Он? Да. Ну, пойдет. Есть пойдет. Есть вопросы немножко, да, там по прическе самой. По цвету нормально. Какие твои планы на сегодняшний вечер здесь? Отдохнуть хорошо, потом с командой уехать отдохнуть и все. Что... Ну, чаю попить? Конечно, только чай. Кто твой лучший друг в этой команде, которая сейчас стоит вся за тобой и смеется? Лучший друг из всех этих? Да. Наверное, вся команда. Вся команда. Ну, ключевое, будет сегодня танец под музыку и слово пацана? О, если ее включить, то мы зажжем. Смотрела сериал уже, да? Да, ты не видела? Вообще-то мы уже трендик закинули. Да, я поэтому, ты думаешь, я тебя об этом просто так позвала, что ли? Я все знаю. Конечно, ну, по 90-е мы не сможем быстренько переодеться, да, но станцевать сможем. По 90-е можно кого-нибудь просто позвать постарше. А ты станцуешь с нами? Я помладше, но я станцую. Покажи. Потом. Чего? Чего? Ну, давай. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Даня, привет. Всем здравствуйте. И Никита, конечно же, мы тоже не забудем. Никита, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, парни, как настроение? Великолепно. Кубок не тяжелый? Не, вполне легенький такой, отличный. Он не окажется сегодня в ласточке Минск-Москва? Думаю, что нет. Не успеешь украсть, да? Пожалуй, оставлю туда. Так. Никита, чем обусловлен сегодня твой абсолютно белый лук? Без девушки пришел, поэтому так нужно найти. Поэтому типа в поиске. Любимую. Да, поиски, все тут, ищу себя. Даня, у тебя есть какие-нибудь кандидатуры, которые мог бы посоветовать Дёне? Нет, к сожалению, нет. Думаю, Дёма более опытен в этом вопросе, и поэтому я думаю... Ну сам... ты уже не скромничаешь. Думаю, сам разберется. А хорошо, как ты, как твои поиски? Кого ты уже сегодня заприметил? Да никого, я думаю, у меня просто в сердечке есть одна девочка, но я тут пришел так, чисто. Ну то есть, короче, ты сегодня еще на охоту отправишься? Думаю, да. Сейчас надо чуть еще взбодриться и можно начать. Под что будешь сегодня танцевать? Под Джастина Бибера, как всегда. Алексей, ну, наверное, так как ты это чемпионство ждал, не ждал, наверное, почти никто. Как ощущения? Ну, супер ощущения. Приятные церемонии, награждения, не знаю, эмоции переполняют. Каждый день есть это ощущение, вот приходит в голову, что мы это сделали, и это супер. Кто тебе сегодня по стилю в команде больше всех нравится, ну, кроме тебя? Кто ну, Федя Лопоухов, номер один вообще, да. Без шансов. Кто посоветовал ему, может быть, ты? Ну, Эминем, наверное. Эминем. Да. Или Гарначо из Манчестера. А из еще? Вот Вова Плащинский красивый сегодня? Не, ну, Володя всегда красивый. Красивый. Да. Жена одевает, давай честно. А? Жена его одевает обычно. 100%. Сам Ботов не оделся. Мы с тобой видели его на тренировке, он если не повернул, ну, не, то все равно он надел майку уже успел. Видно, у всех виден почерк жены, конечно. У тебя тоже кроме свой почерк? Феди, кроме Феди. Федя, видимо, сам подбирал. Ну там еще все впереди у него. Ну, да. Тебя сегодня тоже жена одевала? Да, конечно, только жена. Что-нибудь скажешь своим подругам?
подружкам-девчонкам на этот вечер? Да, пока что официальная церемония, да, вот эта часть официальная, да, она, наверное, уже заканчивается, потому что я вижу, что все столики заскучали. Я уже предложила нашему столику начать в конкурсы играть, вот, но пока что мы пока не решили. Пока что ты Нет, Юля тоже решила, что будет первой проводить конкурс, вот, поэтому хотелось бы, чтобы уже повеселее стало на банкете. Катенька, как твое настроение? Ой, отлично, такой праздник, такой день, просто шикарный вечер, все супер. Вот, честно говоря, ты его сегодня почти затмеваешь своим нарядом. Спасибо, очень приятно. Сколько ты готовилась к вечеру? Ой, достаточно долго. Во-первых, мне предстоял долгий путь с Гродно, скажем так. Поэтому начинала... И ты вот так и ехала? И, ну, почти. Переоделась я уже здесь, а макияж носили в Гродно. Поэтому терпела, как могла, 3 часа в маршрутке, но все же, думаю, все сохранилось идеально. Я думаю, ты даже не могла бесплатно проехать. Я тоже думаю, ну, улыбалась, как могла, но все-таки платила. А вот и подбегает вторая сюда. Еще одна представительница прекрасной моды из турецкого сериала, как будто к нам сегодня вышла, Таня. Я из минского сериала. Но ты сегодня самая патриотичная, в динамовском. Да, сегодня в цвете Динамо. Пускай все знают, что этот год Динамо. И цвет Динамо. Девчонки, ну вам понравилась церемония награждения? Очень. А прете-то как? Можно уже танцы уже побыстрее. Почему ты в белом, а друг твой в чем? Настроение отличное, мы так договорились специально. А почему ты не покрасился? Я покрашу через неделю. Какой цвет? Пепельный. Такой? Или получше? Ну, получше немножко, если честно. Подороже просто. Так, хорошо. Знаешь ли ты, чем для тебя этот вечер будет сегодня феноменален? Понятия не имею. Сегодня что-то заберешь, помимо икры с банкета. Пора забрать медаль, потому что уже жду ее с матча от Бобруйска. Поэтому медаль уже пора бы забрать. А личное что-нибудь сегодня думаешь забрать? Личное? Не знаю, свою девушку с банкета, если не напьется только. Ну, она и так с тобой поедет. Может быть, тебе что-то вручат дополнительное? Этого я не знаю. Какой у тебя костюм? Это пижон? Да. Такой же пижон, как ты? Я не пижон. Не, а кто ты? Обычный человек, спокойный. Ивацевичский парень, спокойный, простой. Сегодня все Ивацевичи празднуют вместе с тобой? Они не знают, что у нас сегодня золотой мяч, и завтра на работу людям. А они знают, что ты вообще чемпион? Да, да. Поздравили вчера. В газете в каком-нибудь появился местный? Пока нет, но я думаю, в Ивацевичском местнике буду. А вот мы и подошли плавно к главному достижению вечера. Секундочку. Да. Федор, ну 2 слова о прическе. Да не, ну что, классно получилось. Так запланировано было или это экспромт? Да, запланировал, так просто попробовал. Ну и как? Первый раз в жизни покрасился. Ну, как видите, все молодец, классно, круто, вообще молодец. Вы уже знаете, что ваша подопечная стала лучшим игроком? Конечно, знаю, да. Что вы ей пожелали? Только здоровья и успехов в карьере. Вот, кстати, и она. Екатерина. Ну, Катя, что хочешь сказать всем, кто за тебя проголосовал? Ой, на самом деле, это, ну, реально неожиданно. Я, если честно, вообще забыла про это голосование. Ну, блин, большое спасибо. На самом деле, ну, очень приятно, что прям как поддерживают. Спасибо большое всем. Финальное слово для команды и болельщиков, и эффектно можешь уходить из кадра. Ну, хочу пожелать всех поздравляю с наступающим Новым годом, всем здоровья и Динамо чемпион. Все? Прошу красиво. Ну что ж, друзья, вот и все. Нам остается только поздравить вас с чемпионством, пожелать всего наилучшего. Ну и увидимся в следующем году. Болейте за Минское Динамо.